Спортсмен, спасатели и общественные деятели. Именно они сегодня стали участниками встречи в московском «Комсомольце» в Саратове. Одни из них – медийные люди, другие перед камерами не выступали никогда. Поэтому знакомство началось с небольших рассказов о себе. Возглавляем сектор, вот, договорной правовой работы. А уживается это, то есть, как хобби. Изначально рисую картины. Это образ жизни. Это уже не первый отпуск, это уже второй отпуск, потому что в этом году я свой отпуск, ну, в 2014-м провел в сборе и отправке гуманитарной помощи. Я занимаюсь тем, что мне нравится, так же, вот, как и мои коллеги. Так же, скажем, вот такой у меня образ жизни, спортсмен. Я всегда занимался спортом. Изначально футболом, потом бокс. От серьезно перешли непосредственно к теме пресс-конференции, разговорам о подарках. Актуальный вопрос в преддверии праздников. Причем о презентах себе, любимым, на 23 февраля гости скромно промолчали. О каких подарках мечтают, они так и не сказали. Зато поделились планами о том, что хотели бы подарить своим родным и знакомым, девушкам и женщинам на 8 марта. Есть на некоторых картинах я изобразил ее, то есть вот... Такой, можно сказать, подарок маме я дарил. Я чаще всего натюрморты. Насчет подарков, опять же, заранее уже почву прозондируешь, чего хочется человеку. Время, внимание. Ну, конечно же, на 8 марта цветы. После пресс-конференции участники обменялись контактами. Кто-то с кем-то впервые встретился только на этой площадке. Возможно, в будущем в Саратове пройдет совместная масштабная общественная акция с участием сегодняшних выступающих.